have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Алатушки и снова Катана Зиру с нами, или мы с ней, так уж получается, продолжаем, прям сходу. А нам предлагают тюрьму, да, поехали, 4-й уровень. Сон, я не помню, сон мы видели, да, сон мы видели, мы каждый раз начинаем, мы с вами заканчиваем игру вот на этом моменте, будем начинать игру тоже с этого момента. Прошу, проходи, располагайся. Ну, естественно, перед тем, как расположиться, мы сейчас... судя по всему, что тут можно что-то посмотреть только после нашего диалога. Да, мне уже начали говорить секретки, секретки. Я был прав, в прошлой серии они тут есть, конечно. Блин, в такой бы игре не было секреток, но... Ну, я пока ничего не нахожу, потому что я играю первый раз и... довольно трудно ориентироваться. Рад тебя видеть. Великолепная работа. Я действовал по протоколу. Почему нельзя было с ним говорить? Я поговорил... О, не-не-не, я действовал по протоколу, нифига. Таким темпом ты скоро пройдешь до третьего... Из третьего района. А, переедешь. Было бы неплохо. Что ты мне вкалываешь? Что ты мне вкалываешь? Вот. А, ему не нравится. Что? Ты говорил с электроником? Нет, не говорил, чувак. Блин, это плохой вопрос, не надо было. Он все равно не ответит мне на него правдиво. Я строго-настрого тебе запретил говорить с чертовым электроником. Блин, это был плохой выбор. Надо было сказать, да, хорошо бы. Вообще притвориться тапочками, что ничего не было, надо было. Что он сказал про наркотики? Которые подозрительно похожи на этот. Почему я не должен был узнать про наркотик? Начальство не хочет, чтобы ты контактировал с чем-то, что может повлечь за собой далекоидущие последствия. Ого! Так, хорошо, чувак, значит, у тебя есть свое начальство. Не ты свое начальство, у тебя есть начальство. Хорошо. Блин, зря сказал про эту штуку, надо было... Ты же солдат, сам понимаешь, должен все, что понадобится... Все подробности задания тебе никто не расскажет. О чем суть задания? У меня это сила из-за наркотиков, электроник, этой же дрянью. Вот, в чем суть задания-то? Меня откровенно беспокоят твои провалы в памяти. Это не провалы, чувак, мне кажется, что да... Мы боремся с наркоторговлей в третьем районе. Покончим с ней и живи себе спокойно, если хочешь. Было бы славно. Фиг два вы там боретесь с наркоторговлей. Да уж, конечно, но для этого тебе нужно неукоснительно следовать приказам. Больше таких ошибок быть не должно. Больше не повторится. В смысле, я больше тебе ни слова не скажу. Вот я про что. Да-да, порядок. Зараза. Нельзя ему проговариваться. Нельзя ему проговариваться. Ладно. Пора делать укол. Ты прекрасно реагируешь на терапию. Скоро мы сможем уменьшить дозировку. Нам нужно... обсудить кое-что перед твоим уходом. СМИ начали называть тебя змеем. Близкиным. Не худшее прозвище, но твоя работа слишком заметна. Постарайся в дальнейшем избегать подобного. Можешь быть свободен. Что на столе? Что ты ищешь? Он второй раз уже. Первый раз там была его семья, ну типа фотка семьи. А уже второй раз мы подходим, он такой, чувак, что-то ищешь, тебе что-то надо? Ладно, поехали. Кстати, посмотрите на этот значок на папке. Интересно, что он напоминает. Какие-то непонятные ассоциации с ним. Хорошо.
Так, возраст 49, рост 87, высокий дядька, вес 115, он еще и качок, понятно. Карие, после успешного выполнения задания, отправить код та-та-та, фа-юань. Мы будем мочить китайскую валюту? Хорошо. Политический беженец, сливший информацию о данные удалены. Выступит на трибунале в качестве свидетеля, должен быть устранен до этого. Любой сопутствующий ущерб совмещен неприемлем. А, совершенно неприемлем. Так, мы боремся типа с наркоторговлей, но тут политический беженец, выступающий на трибунале в качестве свидетеля. И вы хотите сказать, что вот эта вот штука у нас будет по борьбе с наркотиками? Да фиг ли там? Нашими руками убирают людей, которые, ну, вы поняли. Ладно. Подчеркну еще раз, как и указано в файле, твоя цель Фу Юань, и никто, кроме него, не должен умереть. Принято. Отлично, выполнять. А, стелсовая миссия, да? Да. Тюрьма Мучал Нил, Мучапнип. А, ладно. Стелсим, да? Это было палево сейчас. А тут что? Охранники уже все мертвы, черт побери. Смотрите, раз, два, три, четыре трупа. Я его срезать не могу. И тут все мертвы. Тут все мертвы. Смотрите, тоже явно какой-то, ну, то есть мне кажется, что не то чтобы самурайский подход, но смотрите, мечи, клинки. Тут явно кто-то до меня поработал. Босс, что ли, будет? Серьезно? А, прикиньте, можно ныкаться в камерах, то есть типа, опа. Прикол, наверное. Не уверен. Посмотрим. Ну, тут, конечно, резня. Техасская лизня лизнепилой, да? Нашел Фаюаня. Он еще теплый. Еще теплый. Черт. Змей, ты окружен! Сдавайся, или мы будем вынуждены применить силу. Блин, это подстава, Карл. Чувака убили. Ой, блин, еще и до нас. Зайди! А, я понял, это была моя ошибка. Мы же стелсим, я так понял, да? А, их можно убивать. Их можно, просто, наверное, не нужно. Зеленый это их поле видимости, я так понимаю, да? Тут, наверное, скорее всего, будет ачивка за прохождение этого уровня. Ты... я понял, они могут заходить за мной в камеру.
Ну, вроде как они довольно слепенькие сейчас, если сильно не шуметь. Это можно пройти без потерь. С их стороны. А, он все равно следит за тобой, я понял, я понял. Так, ладно, я понял. То есть даже если он тебя заметил, он забежит за тобой в камеру. В общем, нельзя, чтобы они тебя слышали, видели и всякое такое. Сейчас попробуем аккуратно. Ну, я могу их перебить, но мне кажется, что не следует этого делать. Да ну блин! А-а-а! У меня кнопки слишком чувствительно работают. Я не знаю, может их как-то подстроить или что-то еще. Я просто перебегаю эту камеру, он меня замечает, потому что я оказываюсь слишком близко к нему. Да ты серьезно? Чертовы перекаты меня спалили. А, так, ладно. Все, нормально, нормально, нормально. Я думал, что я сейчас сяду и прокрадусь пешочком. Я забыл, что это у меня перекат. А, так, надо аккуратненько. Он меня слышит. Ладно. Фиг с вами, нарвались. Ну блин, ну он меня слышит, что я сделаю? До свидания, чувак. Ну блин, я пытался, я несколько раз пытался. Источник видео не найден. Но они же там внизу зачем-то ходят. А, это я мог там... Ну ладно. Никто не должен пострадать, блин. Источник видео не найден, да-да-да. Куда моя бутылка-то делась? Так, тут ничего вроде не изменилось. Ты зайдешь за мной? А, вон там по камере можно посмотреть, как он ходит. Ха-ха, это было, кстати, прикольно. Там на телеке по камере можно было посмотреть, как это происходит, и выйти, когда он не видит. Ты меня не видел, чувак! Ты что делаешь вообще? Ладно, он меня слышал, скорее всего. Блин, этого придется убивать. Я не вижу способа. А, блин. Да ладно! Как ты меня-то за... Хорошо, хорошо. Блин, я на глупости попадаюсь, конечно, но... Ты меня не видел. Но слышал.
Так, тут меня не видно вообще, да? Минус. До свидания. Да, сработает. Клиент удовлетворен тем, что произошло с целью, однако недоволен некоторым исполнением неточным... Ну, то есть то, что я не должен был никого убивать, что это должен был стелс. Гибель офицеров полиции сочтена неприемлемой. Возвращайтесь домой и подготовьтесь к следующему заданию. Ну да, это была миссия чисто на стелс, которую я успешно провалил. Не знаю, как это повлияет на будущее. Ну, я попробую... Я, скорее всего, буду перепроходить эту игру при следующем... Ну, не на канале, а для себя, скорее всего, буду перепроходить. Хотя, может быть, на канал тоже попадут какие-то интересные моменты. Эй, помоги бате поправиться, а? Батя за тебя кровь проливал своим руками шестерых. Унтерменьши завалил на войне. Не поможем, да? Я на войне ногу потерял, а ты рожу кривишь? Да ты мне до жопы должен. Я тебе ничего не должен, чувак. Ах, ты жадный унтерменьши. ВПН такие. Вот если бы я был унтером, то по-любому дал бы. Ну да. О, убирайся из этой колыбели, вас душить надо. У меня есть медаль за убить. Я не буду его убивать, у меня есть медаль за отвагу. А, ну дай взглянуть. Блин, он сейчас заберет, не? Эй, да это ж... Моя! Ты у меня медаль, паскуда! А помощь, помогите! Тут унтерменьш ветерана грабит, помогите! Да, черт побери, а ну отдай! А помощь, что-нибудь, ветераны убивают! Схватить медаль, не убивай его, ты что делаешь? Помощь, спасите! Да уйти, он пьяный, не связывайся с ним, он просто пьяный бомжар, и все. Забрал, надо было медаль не показывать, ты ему ничего не докажешь. У, деваха, нереально это наша, иди сюда. Я думаю, что этот труп привел бы след полицейских к нам, я не хотел его убивать. А, вот ты где, тут дядька просил передать какой-то кинчик. Что за дядька? Да я не знаю, у него на голове черти что было. Попросил передать лично в руки. Это... Можно я тоже посмотрю? Я даже не знаю, что там. Да по-любому там просто кинчик. Давай, пусти меня. Конечно, почему нет? Пойдем. Но я исхожу из того, что она нереальная, поэтому... Пойдем, это наше подсознание с нами будет сейчас смотреть кино. Ты чё, упоротые? Они огромные, куда мы их денем? В смысле играть? Ну, не, чувак, игрушечные поезда, чух-чух, будет у нас самая топовая хата. Карточный кто? А игрушечные динозаврики? Да, ты представь. Чух, 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 блин. Ну ты понял, да? Ага. Да. Ага. Мы с тобой типа в купе. В купе клёво. Такие эти. А, да. Блин. Прикинь, это копы. Прикинь, это пицца. Ништяк. Надо открыть. Ништяк. Такие укурки. Просто. О, блин. Чувак, какого фиг? Говорят, у вас тут дым коромыслом. А, фраза дня просто. Ну, давайте. Пошумим. Слушай, чувак. Вот это уже, вот этот уже дошумелся, походу. А ты у нас что, любишь потусить? Что это сейчас было? Не бойся, это понарошку.
Ладно, как скажешь. Я пойду, наверное. Пока. Что за фигня у вас играет? Аж в лимузине слышно. Нормально, пацанского карбаса не подвезли. Ну, пожалуйста, не надо. Это очень глупое. Оба очень глупых ответа, но, пожалуйста, не надо более глупый ответ, чем вот этот. Хотя я бы такого никогда не сказал бы. А что сказала крыса, попав в клетку? Иди нафиг. Мне на нее насрать, потому что она вредитель. Тупое животное. Она залезла в чужой дом, и без него всем будет даже лучше. Без вредителя, в смысле. Смотри. Я с дарами. Экспериментальный вариант. Спросил бы, как тебе, но обычно после него не разговаривают. За то время ползет, как улиточка. Чувствуешь? Не дергайся. Ну что ты орешь? Что ты орешь? Кругом люди спят. А, два варианта ответа? Серьезно? Ну, уф. Чего утух, а? Что такое? Не нравится тусить? Так нефиг было свое музло гребаное так громко включать, раз не нравится. Второй вариант. Раз мы гнем эту тему, но это два укурка, они бы явно так ответили. Ну вы что? А, у тебя есть. Мне нравится, мне это нравится, да. Держи, еще минус зуб. А вот твоему соседу нифига не нравится. Ему вообще весь этот шум, все эти тусовки нифига не нравится. Собственно, поэтому я и здесь. Он нифигища не высыпается. Ты в курсе, что он серийный убийца? И офигенный серийный убийца, надо сказать. Эй, улыбнись, тебя снимают. Блин, это же наши соседи слева, справа, которые получаются. Прикиньте, похоже, это наши соседи в этой квартире. Те, которые постоянно тусят, я еще говорил, что за хардобасы. О, сон. А мы пошли спать, мы уснули прямо перед телеком. Так, так, так. Прячься. А, пацан спрятался. А пришла какая-то фигура, нажала на кнопки. Понятно. Не. Осталось 6 дней. Осталось 6 дней, между прочим. А что происходит-то? Где я? Это, мне даже чайку попить не дали. Вы чё? Чё за люди-то? Ой, чай попить, это же святое. Так, можно сюда пойти? Блин, какой самурай без чая? Вы чё? А сюда я... Угу, понятно. Ладненько, понятненько. Закрыто. Прием приносится на следующий день. Это мы за лекарством пришли. Но... А, вот почему... Все, все, я понял, где мы. Прием переносится на следующий день. Прикиньте! Мой дождь пошел. А я без зонтика. А... О! Вас хотят видеть. Не, я вижу, идешь мокрый как цуцик. Да я думаю, подвезу. Вот ты знаешь... Я фанат, блин, офигеть, какой фанат. Помнишь фабрику? Там мои пацаны были. Ну, промолчим. Мужик, я будто с гением разговариваю, с художником. Ты ж чертов змей. Как тебе подарочек на кассете, который зачем? А, зачем соседей убивать? Чуть не стошнило. Ты... ну вот, да. Ох уж эти соседушки, а. Слушай,
А вот когда я кусочек достал, нормально выглядело, художественно. Кусачки когда достал, я не смотрел, я не досмотрел, ты отвратителен. Жалею, что посмотрел. Настолько ни о чем? Ну блин. Блин, я же даже не предложил ничего. Офигеть, хозяин. Упарываешь? Нет. Ну чего ты ломаешься, как сигарета? Товар улетный, отвечаю. Мы еще сейчас пытаемся воссоздать один боевой наркотик. Им в войну обдалбывались. Ты попробуй как-нибудь адовый крышеснос. Крышеснос, блин. Блин, фиг знает, где бритва. Одолжи меч на секунду. Я не отдам тебе меч. Да чё ты очкуешь, блин? Слышь, бритву дай мне. Где чёртова бритва? О-о-о, накрыло чувака. Нет. Не буду. Ну, не буду. Никакой наркоты. Не такой день, да? О, господи, как же штырануло, черт побери, а? Слушай, а вот у меня камера есть на 151. Давай отвезем туда этих шмаровозин и расфигачим им бошки. Что? Мы с тобой такое снимаем, что снав, что моды выйдет нафиг. Я не стану с тобой работать, я не стану сниматься в таком кино. Я работаю в одиночку, вот, самый лучший вариант. Ну, блин, мужик, я ж тебе помог, сосед твоего пришил. Мне даже насрать, что ты моих пацанов убил. Вообще пофиг. Что за человеческий мусор? Че думаешь, ты лучше меня? Да ты за ночь больше народ завалил, чем я за всю жизнь. Не, мы с тобой одним миром мазаны. О, а можно потише? Ты вообще знаешь, что такое уважение? Ты понимаешь, что я тебе предложил? Офигеть, снег, ему насрать. Сказал, что ему пофиг и свалил, блин. Отвали. Все, снег, занят я. Снег это имя, окей, ладно. Студия 51. Студия 51, это прям как это. Офигеть, ты за мной проследил? Серьезно? Хана тебе. Че за фигня? А я мог там что-то сделать или нет? О, понятно, понятно. Ладно, ребятушки, давайте тогда на этом моменте будем заканчивать. У нас начало на уровне. Блин, я тогда не знаю, с чего начнется следующий уровень, если мы загрузим, с какого момента это все будет. Ну, ладно, что есть, то есть. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующей серии. Я надеюсь, что... Блин, ну это приобрело очень интересный оборот. Я не думал, что все свернет в эту сторону. У нас тут новые персонажи, новые события нарисовались. Пока что очень интересно. На самом деле, я вот каждый раз очень сильно жду, чтобы записать эту игру. Так что я надеюсь, вам нравится. Вот. Все, ребятушки. До встречи в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.